На сцене актеры драматического театра в костюмах сказочных персонажей. Начались репетиции новогодней сказки «Даша и Снеговик». Будем радовать нашу ребятню веселой, музыкальной, интерактивной сказкой со всякими разными штуками мультимедийными. Ну, как то виртуальные декорации, хотя, в принципе, наверное, этим уже никого не удивишь, но там есть пара таких интересных штук, вот, придуманных здесь, потому что нам сейчас технические возможности позволяют делать многие там спецэффекты. Постановка сделана так, что действие будет происходить не только на сцене. Актеры будут максимально взаимодействовать с маленькими зрителями. Много музыки, спецэффектов и знакомых новогодних персонажей ждет ребят. «Даша и Снеговик» – одна из 11 премьер, которые Димитровградская драма подарила в этом году зрителям. Мы, наконец, охватили все возрастное население Димитровграда. У нас теперь есть от ноля буквально спектакли до самых-самых взрослых людей. И это разные по жанру спектакли. И, мне кажется, складывается очень интересный репертуар. Слава богу, труппа пополнилась новыми актерами. И сейчас очень сильный, очень крепкий, очень талантливый коллектив в Димитровградском драматическом театре. Что касается спектакля «Даша и Снеговик», это специальная постановка, которая будет идти на сцене драмы только в новогодние праздники. Так что торопитесь приобрести билеты. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.